Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск с серебряными украшениями и украшениями из натуральных камней. Давайте потихонечку начнем смотреть. Для вас я сейчас подготовлю серебряные украшения от российских производителей. Начнем, как всегда, в привычном режиме с колец. Вот такое колечко, 16 размер, 700 рублей, очень нежненькое. Покрытие родированное. Фианиты. Так, сейчас вот так сделаем, чтобы и тут вы могли наблюдать, смотреть. Еще 16 размер есть. Начнем с маленьких размеров, как всегда, в привычном режиме. 16 размер, цена 900 рублей. Вот такое вот красивое кольцо. Это фианиты. Это тоже фианит крупный, сиреневого цвета. И по окружности, по краям, вот такие вот тоже маленькие фианитики. Вот так вот ближе все вам показываю. Вот это 16 размер. 17 размер. Вот такое колечко. Классика, квадратная, вся усыпана в фианитах. Постараюсь показать ближе, но, наверное, у нас с вами не получится ближе, к сожалению. Вот так. Видите, тут вот 3, 3 и 3. И тут вот на шиночке тоже фианитики. 9 кристалликов вот в этом квадратике. Так, 17,5 размер. Вот такое вот кольцо интересное, богатое. Это тоже фианитики. Крупный один фианит, похож на топаз. Широкая шиночка и множество мелких белых фианитиков. Очень красивое богатое кольцо. 17,5 размер, 1100 рублей. Еще кольцо 17,5 размер, 800 рублей. На шиночке вот такой вот узор красивый. Тут вот по два кристаллика фианитов. И вот центральный элемент черного цвета. Но я вот сейчас хочу уточнить. Ну, да, действительно, как будто бы черный цвет. Просто было сомнение, что он темно-фиолетовый. Или темно-бордовый. Нет, черный цвет показывает. Как шпинель, примерно похож на шпинель. Дальше смотрим 18 размер. Вот такое вот кольцо. Вот, видите, оно прям видно, что фиолет, бордовый такой вот. Да, цвет такой темно-бордовый, 18 размер, 800 рублей, чудесное кольцо, все, видите, это вот фианит крупный, вот такой вот, крупный фианит, собран вот в такие вот 4 цапа, крупное кольцо, крупный камушек, бордового цвета и по краям мелкие фианиты. Повторяю, 18 размер, 800 рублей. Еще 18 размер покажу одно кольцо. Вот такое очень скромненькое. Дорожка фианитов. Вот так. Дорожка фианитов. 18 размер, 900 рублей. Вот такое чудесное кольцо. Повторяю, что покрытие родированное. 18,5 размер смотрим. Это вот топаз. Красивое кольцо. Хочу показать ближе. Вот фокус появился. Такой вот синий топаз. 18,5 размер, 900 рублей.
Шиночка узенькая, но тут вот по три кристалла фианитов. И вот главный фианит под топаз, синий топаз. Чудесное кольцо. 18,5 размер, еще одно кольцо есть. Так. Фокус у нас пропадает. Вот такое красивое колечко. Волны такие. Видите? Какое чудо. Тоже какой голубой топаз. Это 18,5 размер. Цена 1000 рублей. И вот тут вот по краям тоже мелкие фианитики. Сейчас я хочу показать ближе, но у нас фокус расплывается. Вот максимально так могу вам показать. Такое чудесное кольцо, нарядное. Тут заканчиваем. Еще у нас 19-й парочку. Вот такая капелька. Зеленый центральный фианит. Шиночка узенькая. И вот тут вот по краям, как корона, маленькие мелкие фианиты. 19-й размер. 900 рублей. Еще один 19 размер. 900 рублей. Вот такое вот красивое кольцо. Классика. Шиночка очень богатая, красивая. Центральный камень, как бриллиантик. Очень такой богатый, роскошный. И по шиночке вот дорожечка, одна дорожка мелких фианитов. Вот такое чудо. 19 размер. Вот такой вот есть 20 размер, последнее кольцо. 20 размер, 600 рублей. Вот такие вот волны с фианитами. Дорожечка такая вот, да, волнистая. Вот такое чудо. Так, из серебра еще посмотрим с вами серьги. Вот такая пара серег. Фианиты тут у нас тоже по окружности. Сейчас максимально покажу вам ближе. Извините, что вот так вот я вам уж показываю очень близко, но чтобы вы видели россыпь фианитов по окружности украшения. Красивая швенза. Россыпь фианитов в два ряда. Вот внутренний ряд и внешний ряд. Два цветочка. На любой размер ушко, мочки ушка. И английский замочек. Так, следующий посмотрим. Вот такой. Такая пара серёг. Тоже очень красивые. Все усыпано тоже в фианитах. Максимально хочу вам показать ближе. Посмотрите, какое великолепие. Тут, по-моему, даже три ряда фианитов усыпаны все. Покрытие родированное. Английский замочек. На любой размер мочки ушка. Оборотная сторона. Еще пара серег. Сейчас я вот их не подготовила, надо было их вот так вот вам. Извините. Фианиты, центральный камушек сиреневого цвета, очень красивые. Как ромашечка. И тоже вся усыпана фианитах по краешку, по окружности. На любой размер мочки ушка. Цена 1400. А я там, по-моему, не сказала. Сейчас обозначим. Тут тоже, видите, фианиты 1500. А вот это первые были. Сейчас скажу, 1300. Ну, еще раз повторю, вот эти 1400. Еще будут серьги, пару серег. Вот такие листочки красивые,
Это производство Турции. Ажур. Листочки такие полненькие, толстенькие, но они очень легкие, воздушные, такие нежные, ажурные, кружевные, с алмазной обработочкой. Английский замочек на любой размер мочки ушка. Вот такое великолепие. Красивые серьги. И еще вот последние колокольчики, я так их называю. Сейчас я их отсоединю и покажу вам ближе. Так, вот так будем показывать. Так, немножечко упало, все скользко. Вот так вот покажу. Цепочки. Все серебро, это все серебряные украшения. Тоже производство Турция. Цена 1400 рублей. Очень легенькие серьги. Чудесные. Посмотрите обработочку. Алмазная обработочка. Вот тут вот видно хорошо. Тут тоже вот видно. И вот тут вот тоже. Вот так. Тоже английский замочек и на любой размер мочки ушка подойдет. Вот такая красота. Так, серьги у нас закончились. Сейчас я покажу быстренько подвесочки. И с российским и турецким серебром с радированным покрытием у нас уже украшение закончится на сегодня. Хочу показать вам подвесочку чудесную, очень легонькая, приятная. Тоже радированное покрытие, вот такой цветочек, весь усыпан в кристаллах фианитах. Вот такая оборотная сторона, цена 900 рублей. Вот такая вот подвесочка. Еще есть, пока подвесочки без цепей, но цепи есть у меня, кому нужно, обращайтесь отдельно, даже можно подвесочки присмотреть для себя. Сейчас скажу. Цена 1600 рублей. Это вот покрытие позолота. Так, тут у нас какие параметры? Ну, тут не поймешь, да? Вот тоже Турция. Вот такая оборотная сторона. Покрытие позолоченное. Вот, девушки, смотрите, Турция. Полевой клевер, так вот называется. Такое вот интересное украшение. Все усыпано в фианитах. И центральный камушек тоже зеленый фианит. Так, дальше посмотрим, что у нас тут есть. Вот отдельная цепь, про которую я говорила, что можно купить отдельно. Это сейчас мы посмотрим характеристики. 55 сантиметров длина. Цена 1500, вот такая цепь. Плетение чудесное. Сейчас я вам покажу ближе. Такая змеечка, очень нежная. Хорошо лежит. Очень мягкая, приятная такая, легкая цепочка. 55 сантиметров, 1500 рублей. Вот еще вот такой вот подвесочка уже с цепью. Это вот бордовый камень фианит, крупный камень, весь усыпан в мелких фианитах он. Цена 1400 рублей всего украшения вместе с цепочкой. То есть получается у нас тут, так, извините, что нет фокуса. Это кулончик и цепь вот по такой цене. Длина цепи 50 сантиметров. Так, на сегодня у нас российское и турецкое серебро откладываем. Уже посмотрели. Сейчас я вам хочу показать украшение с посеребрением. Как мы всегда с вами смотрим.
Давайте, может быть, вот сделаем так аккуратненько. Вот такую красоту я хочу вам сегодня показать. Это такие я вам уже еще не показывала. Это новая поставка, новая партия. Вы еще эти не видели, но давайте я вам покажу. Кошачий глаз, вот такой красивый синий, очень красивый, даже ультрамарин, даже можно сказать, красивый синий цвет. 18,5 размер, цена такого украшения 1000 рублей. Посмотрите, какой узор, как красиво с этой стороны смотрится. Узоры, ажур. Красивый. Еще раз повторю, это 18,5 размер. Цена украшения 1000 рублей. Посмотрим серьгу. Высокая такая посадка на большую мочку, на любой размер мочки ушка, можно даже сказать. Вот такая вот красота. Видите, какой кошачий глаз красивый, и узоры видны. Все собрано в красивые цапы ажурные. Вот такое чудо. Так, посмотрим следующее. Это агат. 18,5 размер тоже. 1000 рублей. Вот такой красивый агат. Красивая, видите, какая шиночка ажурная, сеточка. Вот такое чудо. И посмотрим серьги. Серьги. Вот такая красота. Такой красивый комплект. Цена 1000 рублей, 18,5 размер. Кому нужно будет дополнительное фото, я вам сделаю. Обращайтесь, не стесняйтесь, пишите. Под видео в инфобоксе я оставлю свои номера телефонов, в WhatsApp и Viber. Обязательно все обозначу, свои номера телефонов. Пишите, не стесняйтесь. Это у нас яшма. 17,5 размер, 1000 рублей. Посмотрим серьгу. Вот серьга, смотрите, какая. Видите, на маленькую мочку, ушко на маленькую. Вот такой вот, такая петля. Ну, это английский замочек, уж всем видно. И вот, видите, вот на такую вот небольшую мочку ушка. Обратите внимание при покупке, чтобы вы примерно знали, что вот такой вот на средненький, такой, наверное, маленький, даже можно сказать, размер мочки ушка. Следующее украшение. Это у нас перламутр. 19 размер, 1000 рублей. Перламутр. Вот такая красота. Белый камушек. Сейчас на лето. Такое чудо. Обратите внимание. Воздушное, красивое. Сейчас посмотрим. Аккуратненько я сниму. Серьги. Вот такое чудо. Видите, какой красивый комплект. Весь в ажуре. Вот уже тут, видите, большой размер. Посадка такая большая. На большой размер, на любой размер мочки ушка. Ну, опять же говорю, английский замочек. Тут уже все понятно, девушки. Следующий комплект посмотрим. Тут у нас тигровый глаз. Это у нас размер 19,5, 1000 рублей. Тигровый глаз. Корона. Ну, так вот хочется назвать. Видите, как он обрамляет камушек. Такие красивые цапы. Играет камушек очень красиво. Тигровый глаз. Очень богатый камень. Сейчас я аккуратненько постараюсь снять серьги. Тоже, видите, вот как. Ну, в принципе, тут вот какой. Такая площадочка для размера ушка. Эти комплекты я вам напоминаю, дорогие мои зрители, с посеребрением. Материал латунь, посеребрение 925 пробы и натуральные камни. Вот это тигровый глаз. Так, дальше посмотрим. Тут у нас еще идет
оливковый, или можно сказать зеленый, как уж его называют, да, это янтарь. Посмотрите, какой красивый узор. Я сейчас немножечко потихонечку надену на свой пальчик. Посмотрите, какую красоту. Это янтарь. Сейчас скажу размер. 19 размер. Цена комплекта 1000 рублей. Вот такие еще серьги. Посмотрите, какое чудо. Вот. Оливковый такой зеленый. Янтарь. Чудесный комплект. Тут такой крючок. Как-то так вот изобразили. Но тоже на любой размер. Мочки ушка подойдет. Красивый вот такой комплект. Так, убираем. Сейчас у нас идут немножечко подороже. Это комплект мистик. Мистик фианит. Тоже корона. Посмотрите, как они играют. Какие красивые, какой красивый кристалл. Покажу ближе. И зеленый, и голубой, и фиолетовый. Такой вот красивый, да? Камушек великолепие. Сейчас покажу вам ближе. Серьги. Серьги тоже чудесные. Штифт хороший. Вот. Заниженный штифт. Закрывает, ну, как сказать, мочку ушка, отверстие, да, будем так уж говорить. Это 18 размер, цена такого набора 1200 рублей. Еще раз ближе покажу вам, посмотрите, какая красота. Так, пока откладываем, еще есть один мистик, сейчас прочтем. Это кварц, это не мистик, это кварц, 19 размер, цена 1000 рублей. В прошлый раз они у нас были в прошлом выпуске зеленым камушком, оливковым, но сегодня вот фиолетовый, такой камень тоже богатый, похож на аметисты, но это кварц. 19 размер, 1200, вот такой вот комплект будет. Хочу ближе показать. Вот так вот. Обратите внимание. Фиолетовый. Красивый кварц. Красивая обработочка. Узоры металла. На любой размер. Мочки ушка подойдет. Так, и вот тут у меня немножечко кольца есть. Это покрытие не зильбер и натуральные камни. Давайте посмотрим с вами. Это авантюрин, не зильбер, 17 размер, 600 рублей вот такое колечко. Покажу ближе. Кому интересно, обращайтесь, не стесняйтесь, пишите. Долго не будем, потому что у меня еще тут еще есть вам что-то показать. Это тоже не зильбер, жемчуг, 18 размер, 600 рублей вот такой ландыш. Так он и назывался, ландыш. Еще раз скажу, какой размер. Это 18 размер, 600 рублей. Так. Вот такая красота. Это лабрадор и цирконы. Покажу ближе. Вот. 4 циркончика. И вот такой камень лабрадор. Сейчас скажу, какой размер. 18 размер, 700 рублей вот этого кольца. Цена этого колечка 700 рублей. Дальше посмотрим. В прошлый раз, по-моему, такой тоже был. Коралл. 18 размер, 800 рублей. Натуральный коралл. Покрытие не зильбер. Вот такая филигрань. Чудесное кольцо. Долго не будем, извините. Время уже много. Так, это будет 16 размер, 700 рублей, халцедон. Вот такой вот камушек. Чудесный. Узоры. Сейчас я покажу ближе, чтобы вам было видно. Вот так вот обрамление такое, да? В цапах. Такие цапы.
обняли колечко. Еще раз говорю, покрытие это не зильбер, халцедон камень, 16 размер, цена колечка 700 рублей. Еще есть пару колец, и вот эту палеточку будем с вами убирать. Это тоже не зильбер, лунный камень, красивое кольцо, 16 размер, 600 рублей цена. Какая красота, тоже вот в короне, посмотрите, какой красивый лунный камень. Волшебный прям. Огранка хорошая. Обратите внимание. Хочу показать ближе. Вот такое чудо. И еще один камушек. Тоже красивое кольцо. Еще одно кольцо. Лабрадор. И жемчуг. Тоже вот такая вот филигрань. По всему кольцу, да? Это лабрадор, вот игра, иризация красивая. Так, посмотрим с вами размер 17,5. Цена этого кольца 1100 рублей. Вот такое чудо. Тоже такие, как ландыши. И вот такой лабрадор. Голубой, красивый, как играет. Камни натуральные. Материал не зильбер. Еще раз я вам покажу. 17,5 размер. Цена такого кольца 1100 рублей. Так, сейчас я тихонечко вот это все хочу убрать. И сейчас покажу натуральные камни. Так, ладно, я не буду шуметь. Я вот так просто с краешку положу. Не обращайте внимания. А может быть не сюда? Сейчас. Хочу вам показать. Из натуральных камней бусы. Это малахит. 14 миллиметров размер диска. 46 сантиметров длина бус. 700 рублей такое украшение. Вот такое чудо. Обратите внимание, красивые, красивые бусы. Малахит. Еще хочу показать гранат. Вот такой вот гранат. Вот. Видите структуру камней, темный цвет. Сейчас посмотрим характеристику. Гранат 900 рублей. Но тут много не написали. Потому что тут галтовка, и размеры у всех бусин разные. Вот есть и мелкие, есть крупные, да? Поэтому тут вот размер уже не обозначен. Длину я вам скажу. Кто, кого заинтересуют эти бусы, я вам скажу длину бус. Дальше посмотрим. Бирюзу. Бирюза у нас вот такая, удлиненная. Очень интересная. Камень яркий на лето, такой чудесный. Посмотрите ближе. Сейчас посмотрим характеристику. Бирюза 13, видите, пластиночки 13 на 18 миллиметров. Длина украшения 46 сантиметров. 700 рублей. Вот такие бусы будут. Посмотрим с вами еще одни бусы коралл. Вот такая красота. Натуральный коралл. Красивое украшение. Посмотрим с вами. 900 рублей. Больше характеристик никаких нет. 900 рублей. Вот такое красивое украшение. Красный коралл натуральный. Так, тут у нас еще есть яшма. Вот такая кругленькая яшма. Это, вот по моим ощущениям, это вроде бы и даже не 10 миллиметров бусинки, и не 12, вот что-то среднее. Очень красивые бусы. Яшма.
зеленая, можно даже про нее сказать. Но тут еще, видите, тут вот такие вот еще есть вперемешку. И коричневые натуральные. Вот такая яшма красивая, 800 рублей. Есть и серенькие, и бежевые, песочные. Вот, видите, вот такое чудо. Еще есть одни бусы, последние вам сегодня покажу. Это тигровый глаз. Тоже вот разные размеры, огранка красивая. Это тоже галтовка, но она обработанная галтовка. Видите, тут вот ее обрабатывали, грани такие вот все разные, иризация прекрасная. Цена этого украшения 800 рублей. Вот такое чудо. Обратите внимание, тигровый глаз. Очень хороший, красивый камень. Так, ну сейчас я тоже вот уберу пока бюст. И покажу вам немножечко еще, чуть-чуть быстренько, браслеты. Это вот самоцветы. Красивый браслет. Самоцветы 1300 рублей. Красивые ровные пластиночки. Разные-разные камни. Но тут все уже я перечислять не буду. Время у нас совсем уже осталось мало. Пока откладываем. Вот такой розовый кварц. Кругленький, красивый. 900 рублей этого украшения. Такое вот чудо. 900 рублей розовый кварц. Вот так. Тут понемножечку сейчас с вами пройдемся. Оникс. Вот такой зеленый красивый оникс. Зеленого цвета. Нежного. 900 рублей. Вот такая красота. Вот такая идет яшма пейзажная. 1500. Очень хорошая обработочка. Пластиночки красивые, хорошие, ровненькие. Ну, тут вообще все уже ровненькое. Ну, вот это вот такое покрытие гладенькое. Камни очень хорошие, красивые. Пейзажная яшма. 1500 рублей. Мерить не буду, уже времени нет. Бирюза. Вот такой красивый браслетик. Широкие пластиночки. 1200 рублей. Такой вот красивый браслетик. Агат. Белый красивый агат. Так, хочу ближе показать. Извините, что так. Фокус вот мы с вами увидели. Цена 1300 рублей. Вот такие красивые пластиночки. Чудесный агат. С мелкими частицами, с искринками красивыми, включениями. Чудесный агат. Есть вот такой вот флюорит. Цена 600 рублей. Вот такие красивые пластиночки. И белые есть, и фиолетовые. Флюорит очень такой красивый камень. И вот тут вот видите, даже в одном и зеленые, и фиолетовые. И зелень. И опять же говорю, прозрачная. Ну, чудо, камень. Цена хорошая. Обратите внимание, 600 рублей. Все собраны на силиконовую ниточку. Так, еще вот крошечку покажу. Вот такая вот есть крошка. Галтовка. Это у нас раухтопаз. Тоже цена 600 рублей. Красивый браслетик. Собран на силиконовую ниточку. Три ряда. Ну, тут как вот кажется, как будто бы три ряда, да? Ну, вот они вот так, видите, собраны. Это раухтопаз. Тоже интересный камень. Так, ну, сейчас вот чуть-чуть покажу я вам янтарь, еще чуть-чуть, и все. Тут уже мы сегодня на сегодня закончим. Так, тут вот янтарь вот такой, собран на мемори проволоку с памятью, да, ее еще называют проволока с памятью. Янтарь вот такой красивый, солнечный. 600 рублей цена. Еще вот такой вот есть красивый, очаровательный. Браслет янтарь. 800 рублей. Двух цветов. Есть такой вот, смотрите, как играет. Коньячный. Такой красивый, крепкий. Крепкий чай, можно, да, сказать, или кофе. И вот такие вот красивые желтенькие
перемежаются между собой двумя цветами. Чудесный браслетик. Цена 800 рублей. Вот так вот. Так, и еще вот два последних браслетика осталось. Вот такие пластиночки. Сейчас я вам покажу. Цена 1000 рублей. Два цвета. Вот такая красота. Чудесные браслетики. Вот такие вот есть. Еще черепаховый. Еще такой один браслетик. Это янтарь. Натуральный янтарь, конечно. Все натурально показываем. Почему-то тут нет маркировочки. Бирочки. Но тоже 1000 рублей. Хоть и два размера, но цена одна. Видите, у них ширина, длина пластиночек разные. Тут вот уже, тут выше. Ну, цена одна будет. 1000 рублей, девушки. Так, сейчас еще быстренько я вам покажу кулончики из натуральных камней. Это у нас агат. Цена кулончика вот такой вот. Видите, красивый. Это агат такой сердоликовый, такой рыженький, очень красивый, гладенький. И вот красивый такой рисунок сбоку. Срез такой, да, шикарный. Чудесная подвесочка. Цена 400 рублей. Сейчас еще вот такого плана покажу. Это уже агат. Это агат, уже цена 300 рублей. Такой вот серый, какой-то вот сиреневый, что ли, да, можно сказать. Сиренево-серый. Вот сейчас вам ближе. Смотрите, какой красивый рисунок. Агат вообще, конечно, очаровательный. Вот такой вот еще есть. Такая подвесочка. Это тоже агат. Цена 150 рублей. Тоже такой какой-то сердоликовый, рыженький, квадратный. Ближе не получается. Ну, вот так вот. Видите, с такой вот. И тут вот такой рисуночек. Вот, какая красота. Кто-то может, если захочет, цена 150 рублей. И вот такой вот черный агат, классика. Тоже 150 рублей, но тут ближе даже показывать смысла нет. Тут рисунка нет, он такой плотный черный цвет камня, агат. Так, тут у нас еще остался фигурный. Фигурная подвесочка, 300 рублей, вот такая вот сова. Это розовый кварц, сейчас покажу вам ближе. Вот глазки, ушки. Тут вот лапка. Ну, что-то вот такое, да, интересное. Это розовый кварц. Оборотную сторону тоже покажу. Она такая фигурная. Ну, все видно, девушки, все перед вами. Еще раз покажу бирочку. Розовый кварц. Цена подвесочки 300 рублей. Вот такое чудо. Еще покажу вот такую подвесочку. Подкова. Чудесная, цена хорошая, 300 рублей. Это тигровый глаз, чудесный камень. Вот такая подкова, толстенькая такая, вот посмотрите. Объемное, шикарное украшение. Цена тоже хорошая, 300 рублей. Такая подковочка. И еще вот последнее. Сегодня вот на этой подковочке мы с вами заканчиваем наш выпуск. Это тоже розовый кварц. Как и сова, 300 рублей, вот такое чудо, похоже на тигровый глаз, ну все то же самое, но все равно я уж вам показываю. Вот такой розовый кварц, чудесный камень, камень любви, привлекающий к себе внимание окружающих людей. Камень любви, обратите внимание, девушки дорогие. Ну все, на сегодня, девушки, мы с вами закончили наш выпуск. Получился немножечко длинным, но я еще вам не показала украшение бижутерию класса люкс. В следующий раз оставлю для вас обязательно, может быть, даже начнем с них. Ну, там потом посмотрим, что еще буду подыскивать для вас, какую красоту. Еще будет очень много всего интересного. До новых встреч, до свидания, всего вам доброго, берегите себя. До свидания.